Grace. Алло, да, ну вот, я ему говорю, он мне даст... 20 нажмите, пожалуйста. Да, ой, Алло, я тебя слушаю, все, если можно просто может пропасть. Не трогайте меня. Да, алло. Дзинь! И ну давай ты на первый запись. Ну, я же сказала. Слушай, я потом... Какой нам этаж? Господи. Не помню, Алло. Какая-то возможно, связь... Нет. Ну так что там? Не трогайте меня. Консьержу. Консьержу. Ну вот вы. Алло. Да, я вас слушаю. Ну вот вы. Мы застряли. Позвоните мне, там такси ждет. Да, я вас прекрасно слышу. Ну наконец-то вы все вместе. Я их вообще не знаю. Слушай, Никита! Слушай, Никита! Что Никита! Алло, Никита! Я? Ты помнишь? Косячил. Ты помнишь, Никита? Александра! Что? А вы помните? Ага. Угу. Все в порядке, конечно. Так, что это мы там пишем? Аня! Да? Кто? А ты помнишь? Аня? Что происходит? Татьяна, а ты помнишь? Нет. Да мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? Заходи. Короче, он звонит этой Лидке, говорит, поехали со мной на Кипр, а у нее двое детей и муж. Блин, да кто смотрит, блин, смотрите, твари пишут. Постоянно кто-то пишет. И иногда вот, что ты нагадила. Тут центр периодически, ну раз в... Да. И не моют, и вообще все. Все этажи не мытые стоят. Уж лапочку хоть бы вкрутила, тут горит огня. Тут мне цифры не видно, а мне вот тогда надо ехать на 15. А кто там? Там живет Коля какой-то, у меня девушка такая, которая вечно такси ждет, постоянно ждет такси. Непонятно зачем, но она ждет. Обалдеть. Эти кнопки будут. Что метро как будто бы нет. Не работает. Все, вроде 25:30, мы приехали. Все, да? Ирина, а вы помните? Что она творила? Таксисту не заплатила. Уберись от дома. Алло, да, опять он консьерж мне всякие колечки, малечки дали. Да, слушай, ну, ужас, фу, даже, ну, не то, что ты помнишь, да? Угу. Фу, он такой противный. Фу, ужас. Да. Алло, 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 связь может пропасть. Колясик, колясик. Алло, да. Да, колясик. Да, 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 я могу. Да, хорошо. У меня, правда, там такси ждет. Я... Да, все, выхожу из лифта. Все, дорогой, давай, пока. Господи, пожалуйста, пожалуйста. А можно нас выпустить? Пожалуйста, пожалуйста. Потом вот звонишь. Так, все, я больше не могу. Куда? Куда ты? Все, не трогайте мужчину. Решите этот вопрос. Я здесь долго и не досижу. Пожалуйста. Нажимай туда, сука. Нажимаю. Не едет. Вот это кто же в руке есть тут? Тоже не работает. Ярче делай. Он совсем. Вы так долго портили мне жизнь. И наконец-то я могу с этим всем в один миг покончить. Покончите, пожалуйста, побыстрее. Я сейчас просто нажму на рычаг
и лифт оборвется. У нее такси, у нас что у нас? Мальчики у вас. Мальчики. У тебя что? У меня что? Ваше последнее слово. Господи, пожалуйста, колесик. Игры ваши, игры прекратите. Все, поехали, давайте. Вы взрослый человек, мы взрослые люди. Товарищ консьерж. А что? Ну, поехалите, пожалуйста. Пожалуйста, колесик, ну хоть бы одна палочка. Ну что, вы готовы? Готовы. 3, 2, 1. Это была шутка. Ха-ха. Ха-ха. Мне уже никуда не надо. Спасибо. Точно? Да, точно. А нет. Может, я не пойду никуда, пожалуйста. Да, давай уже. Пешком. Домой, домой. Да. Все. Да, господи, хватит звонить. Татьяна, а ты помнишь? Вы что ж ты ржешь? Александра, а вы помните? Сама ты накосячила. На всем. Ходите, вот написано же. Блин, 400 килограмм максимум. Спокойно. Ну, хватит. Сколько моментов вы снимаете?